Привет всем. Начали пилить манчика. Ой, чуть не упал. Сейчас у нас задача была поставлена сделать углы в кузове, чтобы лучше сыпалось. 26 сантиметров лист, пятерка. То есть здесь так, а жопу сведем на нет. То есть можно будет лопаткой, если что, почистить, чтобы... Была такая задача мне вот сделана. Зарядил новую бухту проволоки специально, вот именно 15 килограмм. Хватит или нет, кузов 5,25 длиною. Ну вот, посчитал я, 25 метров шва у нас выйдет. Вот надо проварить, я его же еще этими ног выставлял там на... прихватках, еще там, грубо говоря, 5 метров, ну, образно. А, еще же эти швы, да, ну вот, грубо говоря, 30 метров шва, 30 метров. Чуть-чуть кривой он, волна небольшая есть, ну, так, сварило его, повело. А тут этих вот перемычек сплошным швом дубасили сразу, ну, как бы в сумме ровно, ну, будет... Нормально, Диман, сейчас Саня будет зарезать, а я пекти. Сколько, не знаю, по времени. Фух, ну сейчас начнем. Вот, ребята, процесс какой. Вот так вот все получилось сексуально. Зачем так, не знаю. У меня чертеж был. Не, ну там, будете писать, можно так, можно не так. У меня, согласно чертежа, делаем. Вот. Вот так красиво запил. Саня он там разметочку дает там. Зачистки, все дела. Только что-то прохладно. Дуже. Все. Ну вот, варю, немного ушло проволоки с бухты новой. Еще пекти и пекти. Вот отсюда вот даже. Сильно, говорю, много волны, блин. Пришлось репетировать кувалдой, не знаю. Вот, о, видно вот. Джин-джин-джин-джин. Вот как будет. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Вот это и у нас так. Холодно уже, сыро. Сейчас у нас 0, минус 1. Вот, вот самая любимая погода. Подогнали мне траверсу реактивную, видите, такая с мана там 21 года ман специально для меня сняли. Саня не может снять эти болты на фаркоп, который на евро, а нам нужно поставить камазовский туда траверсу. Пришлось мясорубкой. А ковер-то вон все достали, не берут. Вообще, блин. У нас процедура идет потихонечку. Не быстро, но как-то идет. Сука, дубак. Растопили аж печку в гараже. То, чтобы я сменил обувь, одел уже ботинки, тапочки, все. Окончились. Идет, Саня? Все, пошло. Все, Саня разбирает, чтобы нам снять траверсу, нужно все разобрать и поставить эту. Эту еле разобрали, блин, еле-еле мясорубкой сорвал болты. Гляньте, фирма какая страшная, класс, толщина тут сумасшедшая. А это вот уровень, как я говорю, вот видите как, что значит машина собирается на базар, на продажу. Вот болты обычные, шаг обычный, ну как сантехника, да, там задвижки на таких собирают и заборы. Вот
Вот. Ну, первый показатель, что нельзя взять автомобильных болтов на разборке, но они ни о чем. Вот что. Я думаю, что дороже вот эти, чем на разборке. Ну, просто что автомобиль собирается на продажу. То есть, ну, я так подозреваю, что это был миксер. Ну, хорошо, что нашими руками сильно никуда не лазили. Вот это вот мне что одно радует. А так осталось мне чуть-чуть доварить. Жека, он приехал, репетирует манипулятор. Круть-верть. Так что как-то так, пацаны. Вот видите. Вот. Все элементарно и просто. Свершилось. А проволоки, ну, ушло. Я думаю, наверное, килограмм 5 примерно по объему. Еще и нормально. Все. Лупанули. Саня сейчас почухает, чтобы соплей не было. Лопатой, если счищать, чтобы не цеплялось. Ну, по-людски надо сделать. Так что вот так получилось, а все. Жека, он работает. Все. Запекли, пацаны. Углы то так получились сексуальненько. Сейчас вот что там, Саня? Опускай! Включай, Саня! Все, сейчас борт раскрою, торец запеку, торец. Все хорошо будет. Ну что вам сказать, секс меня любит, а я его нет. Ну, как-то так. Упор кузова, понимаете, да? Упор кузова. И прикол в чем? На кабину сходится на нет. На нет сходится на кабину. Были раньше резиночки тут. А теперь, ну вот, ну честно. Где кто видел какие-то резиночки под кузовом? Вот это вот. Капец. Еще и криво, очень криво, очень. А на кабину почти зазор минимальный. Они еще его и зарезали, видите? Вот, его еще и зарезали, блядь. Ну, бред. Это я не знаю, теперь что мне, вырезать его, приваривать по драмнику, опускать кузов и уже как-то, блин, ой. Ну почему ж на ровном месте беда? Были резиночки на алюминиевых заклепочках. И нагрузка не будет расходиться. А здесь, о. Понимаете, да? Одна сторона уперлась. Это дурная работа, времени уйма, мы ее решим. А кто ее оценит и даст миллион, никто. То есть полы, все ясно, работа, чик, запилился, варил, все, ушел. Руки помыл, сейчас, Саня, снимем и поменяем. Я думаю, что она одинаковая. Это ман, но я еще не мерил даже. Ну, дома ее полечим. Но вот это вот, блядь, длина, ну, ой. Где бы нашими руками не лезли, вот я вот замечаю, ну, вот такие резиночки, вот. Все видели раму КамАЗ на подушках, блядь, подрамник, вот. То же самое. Ломает. Почему? Потому что нагрузка точечная. Зачем? Положите все. Еще и криво. Там сантиметр, там 0, там 5, блядь.
пиздец. У меня, сука, слов нету. Нету слова, одни эмоции. Ну, Саня, он ходит за голову, хватается. Что робить, Саня? Пилить, наверное, ее всю вырезать, снимать кузов. Ну, есть над чем поработать. Единственное, что мне понравилось, этот сварщик варил его. Я думаю, что наш профессиональный швы. Красиво все очень поварено, но тут слов нету. Очень красиво, очень. Молодец. То есть, если меня видишь, респект и уважуха в плане швов. Так что, вот что теперь делать? И оно сейчас висит, блядь, на оси и разбивает у вас ось. Как и на КамАЗе у всех разбивает ося. Потому что нагрузка идет на заднюю ось, и она себя прыгает. Если бы оно бы лежало бы равномерно, ничего этого не будет. Ну, ладно, то философия никому не нужна. Надо решение искать, уже поздно. Все, сняли крылья. Будем жопу тут усиливать листом. Принял решение, уже ночь, вырезать вот этот швеллер весь. Он, ну, то есть, и опускать, и потом забивать зубило, грубо говоря, клин. Максимально упирать в раму и заваривать. Вот такое вот я решение принял. Чтоб, нам, чтобы максимально кузов лежал на драмнике, под рамнике фиксатор установили. Ну, ухо, ну, вообще, блин, смертельное, да? А трубочка 50 на 50, наверное, двоечка. Ну, пантыля реже. Я думаю, что это заставили для переоборудования делать. Что-то мне так кажется, что должен быть фиксатор. Все, сейчас Саня залезает пилить, точить, мы там сейчас будем думать, как нам жить дальше и не тужить. Но все равно манчик огонек. Одно, что счастье, что нашими руками сюда минимум лазили. Вот минимум. Я этому рад. Дуже рад. Вот такой процесс. Не быстрый. У нас уже темнеет. А рабыть надо. Саня вырезает швеллер. Прикол. Траверса. Рама на 5 миллиметров уже траверсы. Ну, придется раму разрезать. Разрежем раму по центру и а потом заварим. Растянем, а потом заварим. Не улазит. Опять, ну, очень мощная. Он сами пилит в таком положении. Ну, а что делать? Может, тебе туда что-то, Саня, какой-то этот клинушек, чтобы понимать, да? Отошло, ну, чине. А, тебе еще ждать, тебе еще вот эту. Короче, все эти шнура надо вырезать. А потом, а? Что там где? А что ты хочешь? Что? Кто? Да все, что ты его вырезал, Саня. Ну и все. Новый день. Саня шлифанул кузов, вышлифовал, все сделал красиво. Ну, хорошо получилось, а мне нравится. Позаваривали. Здесь были трещины. Прикол в чем сейчас? Вот эти ж зазоры гребаные, чтоб максимально кузов ложился. Мы их швеллер обрезали, видели. И сейчас вот пытаемся чем-то разжать, выжать. Не знаю, там видно вон уголки. Подсовываем по возможности. Как-то там что-то, короче, лепим Арбатова, грубо говоря. Ну, чтобы максимально. Но, блин, забивать снизу неудобно. Вот один забили, сейчас обвариваем, то есть зазор вывели, да,
поднимаем, там примерно рассчитываем, забиваем во второй. Короче, ну, 270 раз нужно опуститься и подняться. И у нас уже, сука, мороз и ветер. Это жопа. Тут же у меня вообще как в этой вот трубе. Оно скоярок и дует четко на меня. Ох. Вон, сука, вода даже замерзла, видите? Все, лед. Зима до нас нарисовалась. Ну что, Саня, варим? Сварочку взял у специалиста. Тут мне варить много не это, а то увидит, будет волноваться. Женечка, я чуть-чуть прихваточками. Пацаны, короче, у меня фарт. Вот это вот. Не берите чужие вещи. Взял Жекину сварку маленькую. Для того, чтобы мне там это чвиркать надо. И только, она что-то у меня только брык и все. Брык. Это вот, ну, вот фарт, чтобы не выносить здоровую там, прихватывать. Ну, уже вынес здоровую. Сука. Ну, это вот в сотый раз доказывает, не берите чужие вещи. Вот тут чвиркать там пластинки. Или тут рот за день жёг. Стояла только чвирк и все. Ну, придется ехать покупать Женьку. У него сейчас там инфаркт. Ой, блядь. Вот так вот. Как-то так. Мучаемся с Саней. Уже тут изубило он зарезал, чтобы зазоры выводить. Но получается типа нормально. Выбиваем там как-то. Все равно волна. Ну, максимально делаем зазор. Фух. Разбираем, отцепляем цилиндр. Болты опять эпицентр, наверное. Сантехника и компания. Ну, дальше говорить не о чем. То же самое и сзади, на задней оси. Откручиваем сейчас заднюю ось тоже. И все на болтах 5,8, ну, из эпицентра. Китайские, короче. Здесь нужно усиливать. И для чего снимается кузов, нужно передать нагрузку, потому что машина будет возить, сказали, 40 тонн. Типа, а там. Короче, моя задача усилить максимально, чтобы ничего. Здесь я очень слабенько, то есть это, ну, листик, наверное, 7 миллиметров, даже и 8, наверное, нет. Ну, сейчас усилим как-то что-то, короче, сробим, чтобы оно было веселее. Масленки нет, ну, нет. Мазаться как, я не знаю, наверное, вот это сейчас снимем, может, резьбу нарежу сам. Ну, короче, надо сделать обязательно масленку. Того, что автомобиль не будет глушиться сутками. Заливается солярка, сразу в джик. И все, вверх-вниз. Будет работать 3 смены, 2 водителя. Сказали, чтоб машина не это не выключалась. Если стартер снимают специально, чтобы работали водителя. Вот так вот у нас. Харьковская тема. Сама стартер запустили, раз все заглох, экзамен не сдал, минус, ну, премия, и все. Так что будем по максимуму. А мне там писали: рама одинарная, двойная. Ребята, это манны, не мазы, а манны. Вот в конце одна буква решает и раму, и все такое. Отвечу еще один секрет. Рама не зарабатывает. Я вообще люблю рамы варенные. Рама варенная, сразу вот КамАЗ по
цене металлолома. И будет он ездить у меня, и рама Барена. Это очень хорошо. И тут мы раму, если надо, заварим. Должен бегать. Так что будет спортивный ман. Первая поездка на нем, я хочу эту, мне нужно ЧТЗ привезти на ралли, вешающий за чего и фархоп, и траверс, рам Виталий сейчас делает тормозной. Дальний район, надо поехать забрать ЧТЗ-ухи, две штуки перевезти. Сразу испытания на прочность. Так что, как-то так. Фирма у нас богатая, очень. Финансирование хорошее. Будет ехать. Ну, конечно, да. Где вот руки человека вступали, там есть нюансы. Блин, разборок сколько. Там этих болтов и гаек. Я ж был на дальних районах. Ну, там их выкидывается на металлолом. И цена им, ну, нормальная. И оно ж не работает, ну, как бы, может, кого-то это и устраивает, меня нет. Холодина, ветер, дует ветер. Здесь я зафиксировал пенек, сунул, чтоб он, то есть, там он уперся шлангу, шланги все, все нормально. Мороз, обжимка, короче, ну, не держит. Не одна обжимка, не вторая обжимка, ну, короче, рез какой-то, наверное, слабый. Нужно их будет снять, отвезти, обжать до... Вот так вот, он чик. Но, блин, цилиндр, этот, очень мощный цилиндр, очень, я не знаю, ну, как раз вот и будет 40 тонн там. Меньше, больше, меня это не интересует. Как-то так. Я полюбил этот автомобильчик. Скажу честно, умеют люди делать, хоть ему уже и лет, я думаю, 25, наверное, минимум. На то время еще работает. И будет работать. Я думаю, что он этот возил асфальт или щебенку. У меня такое подозрение есть. Ну что там, Санечка? Много их болтика. А, так молотком его сейчас. Стой. Нет. Саня, ну вот не надо. Да я понимаю, что перекос. Того, что ж, блядь. Того, что в голове перекос. А ну, выпей его чем-то. Ах, напильник нам поможет. Скажем, грустно. Ладно. Не мешки ворочать. Будем заниматься.